Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас первый ролик по GTA 5. Сегодня у нас обновление. Обновление, которое, наверное, все долго ждали. Это сезонный пропуск, а именно лето 22. Перед началом ролика не забываем меня поддерживать. Заходим в F10, потом шестереночку, промокод и пишем мой промокодик. Потом его сохраняем, заходим в подарочки и забираем. Что он дает? У вас сейчас выйдет вот здесь, вот в правом углу, какие плюшки он дает. Ну а мы переходим к обновлению. Заходим в лето 22. У нас вот такой вот. Стоит у нас он 149 пишек. То есть закидываете, покупаете пропуск и выполняете все задания. 6 заданий. Получаешь 6 очков каждые 2 часа. Так, задание: забить головы в баскетболе, поработать в порту, отремонтировать машины. Так, Майс-арена, приехать на колесе обозрения, приготовить блюдо. Задания простые, по сравнению с прошлым сезоном это очень простые. То есть они дают по 800 очков, плюс за каждые 2 часа онлайна дают 600 очков. Один уровень у нас 1000. Ну что, покупаем пропуск. Так, третий уровень, бипишки, достижения дали сразу, бонусы были, не были, я не помню, сколько у меня было. Третий уровень, бипишки, пятый уровень, табак, кола, какие-то неоновые эти, непонятно, наверное, это опять же в руки не берутся. Здесь я пошутку добавили, смена номеров, это очень хорошо. Деньги, кейсик, level up, ну прикольно, кстати, прикольно, кстати. Но черный красивее, конечно. Кстати, это сережки у нас будут. Сережки и маски, да? Да, это маски. А, нет, это не маски, это вот которые справа головы вешаются. Кто-то выиграл уже тачку. Понимаю, правда без картинки. Так, 10-й мы глянули. 15-20. Тут типа ля костюмчики, шлема прикольные, кстати. Вот шлема я бы себе выбил. Ну и кеды прикольные. Так, 25-30. Маечки прикольные, кстати, тоже. Ну тут только майка и все. Так, 40-й. Белый мат, ну тут тоже а-ля строгий костюм. Шляпа, кстати, видите, а, шляпа, а внизу бандама на ней приделанная, то есть совмещенная сразу. Это очень удобно. Так, 50 кейс тачки, поршик, еще какой-то поршик, и это у нас лотус. Он тут упадет либо велик, либо вот это вот говнецо. 60 кейс. Рубашечки. Очки прикольные, кстати. Белые бочки выбить. Так, дальше поехали. 70-й. Вот он, этот самый красивый сетик. Хочу себе этот беленький сетик. С белыми штанами и цепочку. Ну, очки тоже неплохо было бы. Так, 80-й. Скупальная, все купальная. Что это за маски? Рюкзаки такое себе. Не особо не зашли мне. Но маски, да, прикольные. Так, ладно, вернуться. 90-й. Что у нас 90-й? 90-й, 90-й, вот 90-й. Ой, блин, ну тут такое вообще. Вот кроме этого пояса, наверное. Тут больше ничего. Но рюкзак. Да, рюкзак более-менее еще. А это все, значит, а-ля рыжик только вот в перламуте. И 100-й кейс. Ну, в принципе, велик упадет, и я доволен буду. Да, лотус ничего не упадет. Ладно, чё, давайте покупать. Покупаем. Так, видимо, не обновилось, да? Да, видимо, не обновилось. Надо обновить персонаж. Лето, да, все. Забираем. Плюс 3 бипишки. 5-й забираем. И сразу давай открывать. Вангуем. Я вангую, у него пойдет бургер. И нет, пицца, да.
Да, пицца, пицца, пицца. Пиццу я люблю. Заберем. И откажемся. Нет, заберем, откажемся, заберем. Так, забираем. Плюс 2000, нормально. Первый кейсик с одеждой. Открываем. Давай. Упади мне что-нибудь черненькое. Либо беленькое. Ну, кстати, неплохо. Очень даже неплохо. Первый кейс зашел хорошо. Бипешки. Один бипешки, мало. Так, быструю вторую трудочку сделаем. Угу, бургер, понял. Забираем. 300 бачей. Вот они, шлема. Давай. Дай мне что-нибудь, шлем. Шлем хочу. Пиджак. Да, пиджак. Ну, блин. Конечно, не то, что хотел, но... Бипишки забираем. Все, да? Так, покупаем еще. Забираем. 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 10 давай откроем по-быстрому, чтобы не забыть. Чипсоны. Спасибо. Так, 30-й кейсик. Ну тут кроме маечки больше ничего и не надо. Блин, самое обидное, вот когда падает товарлап именно в одежде. Это самое обидное. Ну ладно, чё. Поехали дальше. Бипишки. Один. 35-й забираем. Быстрая, кола. Это тоже нужно питаться. Забираем, забираем. Здесь забираем. Так, что здесь? Здесь мне нужно либо черное, либо беленькое. Лучше беленькое. Блин, второй левел ап. Да вы чё, смеетесь? Не, ну это некрасиво делать так. Ладно. Забираем, забираем. По-быстрому открываем. Бургер. В принципе, не удивлен. Забираем, забираем. Забираем. И первый кейсик с тачками. Вангую. У меня упадет велосипед. Прям вангую. Либо какая-нибудь дешманская тачка, это вот. Ну да. Зачем мне Поршек, если можно вот такую херню дать, да? Отказаться. Блин. Обидно, конечно. Кто-то он уже Поршек выбил. Спасибо. Это должен был я быть. Но это не я. Кола. Офигенно. Покупаем. 60-й кейс. Вот здесь рубашечку. Черную рубашечку, пожалуйста, мне. Либо очки красивые. Ну, кстати, неплохо. Очки зеленые. Черно-зеленым неплохо. Так, быстрая прогрузка. Смена номеров давай мне. Угу, понял. Так, открываем. Бургер, спасибо. Сюда. 70-й кейсик. Вот он. Хочу белый сет. Пожалуйста, белый сет, пожалуйста. Блять, зачем мне красный? Хочу белый. Спасибо. Да, такое себе. Забрать, забрать. Табачок. 80-й кейсик. Ну тут я хочу масочку какую-нибудь себе красивую. Давай масочку, масочку, масочку. Тапки, да? Спасибо за тапки. Блин, да вы чё, серьезно? Забираем, забираем. И падает кола. Спасибо. Да. Первая сотня неудачная, конечно, была.
Здесь что? Блин, здесь вообще ничего не хочу. В принципе, ничего не хочу, кроме того пояса. Ну конечно, почему все красное падает? Блин, ну то есть модель красная. Обидно, конечно. Так. Давай мне смену номеров. Сасамба. Понял. Забираем. 1000 бачей. И 100 кейсик. Давай. Уже много убили Поршей. Дай мне Поршек. А лучше Феррари. Охуенная Феррари. Класс. Отказаться, конечно же. Понять. Что-то я, конечно, разочаровался. Ну ладно, на этом будем, наверное, мы заканчивать. Открытие кейсов. Позже откроем еще. Да, как вы заметили, я ездил уже на BMW X5. Как я его купил, это получается, я не стал записывать ролик. Я вступил в RM, докачался до 5 левела, начал фармить там контру, девчонок возить, гонки делать. Плюс я продал свою Kia Ceed, которая была у меня. Плюс у меня еще немножко было наличных. Все это вместе я сложил и купил вот эту вот машинку. Так, а теперь что, давайте, наверное, глянем, что у нас из одежды получилось. Так, F10. Ага, подарочки. Одежда забрать. Где тут еще одежда? Вот такая одежда забираем. Вот эту одежду забираем. Забираем не фуди. Да не флужу я. Так, и еще одна. И последняя забираем. Все? Да, все. Так, давайте, наверное, броник снимем. Теперь шлепанцы. Блин, шлепанцы, конечно, такое себе. Вообще ни о чем. Не знаю, куда их. Футболка. Футболка, да, прикольно. Кстати, надо потом будет глянуть с капюшоном. Красные. Ну, красные, блядь, вообще. Зачем я их забирал? Надо было их обменять. Брюки. Вообще убожество. Кто их будет носить, интересно? Хотя красным, если отдать. На рынке постоять, продавать. И очки. Ну, блин, очки, да, они того стоят. Прикольные, кстати, очки. Вот очки я буду носить. Так, и пиджачок, да? Ну, пиджачок такой себе. И что из нас выпало, получается, очки и вот эта вот футболочка. И все, да? Да, и все, больше ничего. Пиджак вообще ни о чем. Кто-то Феррари выбил. Феррари в натуре. Это Феррари какая, старая или новая, интересно? Блин. Ну что, на этом, думаю, можно будет заканчивать. Ставим лайки, дизлайки там на ваш выбор.